Здравствуйте, вы на канале Волкодав 05. Самый большой кусок, даже два куска, были у Маршала. У Маршала и у Барбоса одинаковая форма поедания. Ложатся, ставят между лапами и вот пытаются резать вымя резцами задними, то есть жевательными зубами. Микроб кушает по-другому, хотя и является родственником Маршала Барбос и Маршал в одинаковой форме. Его я кормил раньше всех, потом давал Барбосу, потом Микробу. Снимаю это видео все в один и тот же день, все три видео. Маршал кушает больше всех, но он и сам крупнее, чем все остальные. Посмотрите на его лапы. Тут моя рука. Это была, друзья, пищевая агрессия.